И всем привет, дорогие друзья, с вами Дан. Сегодня будем играть в Майнкрафт 1.8 на карте Кейсис in Minecraft. То есть мы здесь играем карту Кейсис в Майнкрафте. Будем ожидать. Я русский. Как видим, это у нас самоконструкция этой карты. Господи, что я не снимала, что наш. Где у нас типа ключики, а вот сам кейс, то есть тут вместо ножа выпадает алмазный меч. Тут я уже протестил, это не я, правда, наверное, может, я. В общем, вроде кейс работает, мне выпал железный меч. Беру, нормально. Ладно, давайте не будем тянуть и начнем все-таки. Так, берем. Тогда нам хватит, думаю, откроем стак или полстак кейса. Начинаем. Так, что же у нас будет первый кейс? Вот, это Golden Stone Look. Не выпадает. Угу, да, я вас понял. Деревянный меч. Давайте будем вкладывать в инвентарь. Следующий открываем кейс. Будем молиться. Конечно, нам ничего не даст, не деньги, но зато открываем. Вот так буду смотреть. Iron. Iron. Зачарованный меч. Iron. То есть сатрек, да? Да, сатрек. 9 урон, неплохо. Давайте дальше. Открывается наш любимый кейс. Интересно, что за трек. Wooden Sword, да! А, нет, 45 стрел. Неплохо. Открываем дальше. Извините, кажется, если звук клавиш, но... Ном? Что? Почему ничего не выпало? В смысле ном? Тут не должно быть. Ох, неплохо, стоп, 9 успех, тоже такой же, да? Да, такой же. Извините, если слышите звуки клавиш, то в следующем видео пытаюсь это убрать, поэтому я решил сесть на месте, так стоять, чтобы не было слышно. Golden Sword, ну, неплохо. Открываем, будем молиться. Ночью, где-то создатель карты будем молиться, там не было автора. Так. Да, я, ребят, не забываем ставить лайки под этим видео. Буду очень благодарен вам. Же каменный меч на 85. Так, надежда, ну. Ну давай. Офигеть. Iron Sword. Мечта жизни. Так. Нам выпадает, что ж нам может выпасть? А, вон он какой-то, выпадет. И нам выпадает железный меч, просто железный меч. Ну, ладно, давайте откроем стак всего. Так. И нам выпадает... Да ладно! Ну, вот это лучше, типа, могу сказать. Но он алмазный зато и прикольный. Если бы был зачарован, то это было офигеть как классно. Так, ладно. Ну, зато алмазный меч. Потом посчитаем, что нам выпало. Iron Sword за трек. Ну, такой же, уже третий меч такой. И что же нам выпадает? Час. Сейчас нам выпадает. Вот, 45 стрел. Откроем дальше. И... Что ж нам выпадет? Нам выпадает. Diamond Sword 2, господи, что ж за бред, я два сразу поставил случайно, ну ладно. И нам выпадает Iron Sword, неплохо. Ну так, открываем. Что нам попадет, что ж нам выпадет? Wooden Sword. Ой, что-то я запутался уже. Откроем дальше. Что ж нам выпадет? Golden, неплохо. Лучше, чем алмазный, но... Может сломается. И что же нам выпадает? И нам выпадает Wooden Sword. Да, понял, да? Смотрим, открываем наш любимый кейс и... ничего, Golden Sword. Ну, в принципе, говно. Да. Будем считать, что такое-то было розовое. Да, фиолетовое 7 стрел. Ну, это шифр 3. Уже какое-то, если честно. Надо сначала поставить. А вот обычный алмазный меч, это можно сказать, как красный какой-то.
Golden, да, я понял. Что же нам выпадает, что же нам выпадает? И нам выпадает Stone Sword. А, господи, я поменяла. Давай дальше. Да, давайте Stone Sword. Это угодно, это все понятно. Давайте вернусь даже так. Стану. Зеленый меч есть. Я не считала у меня. Высота в 360 градусов. Сейчас. Бам. Почти получилось. Давайте ждем. И нам выпадает... Да, не везет. Так, давайте ставим дальше. Нам выпадает. И нам выпадает, что нам выпадает? Ё-моё! Да ладно, вот это уже можно посчитать за нож. Вот это реально уже можно посчитать за нож. Давай откроем дальше. И... Нам выпадает... Деревянный, железный меч. Выпадает нам, да, железный меч. Так, ждем, у нас выпадает каменный меч. Так вот. Пока что тут еще не переименовывается. Ну ладно, нормально. Нападает Iron опять. Так, что нам выпадает? Нам выпадает Wolfsword, а нет, Golden Sword. Да. Не очень хорошо, но не очень плохо. Так. Ждем. Наш кейс открывается. Wooden Sword. Да. Прикольно. Так, ждем. Ничего. И нам выпадает 15 стрел, шерпат ключ. Нам выпадает. Iron Sword. Не привык открывать. Нам выпадает. Господи, я банально так говорю, что нам выпадает. Стоп-трек. Да. Ну все равно не выпадает. В итоге говно какое-то выпало. Еще 25 ключей, будем, грубо говоря, говорить. Если вам понравится это видео, то ничего. Я хотел сказать, ничего не выпало. А если вам понравится это видео, то я запишу вторую серию с моим другом. У вас меньше плохо. Да, запишу серию с моим другом. И думаю, вам понравится. И да, в общем, мне туда рисовать. Считаем до трех. Раз, два, три. Да, вот. Я мат. Просто давайте все сюда сложим. Сейчас выйдем с креатива. Ну ладно, да ладно. Начнем открывать. Нам выпадает 45 стрел. Да. Дальше открывать. Нам выпадает железный меч. Неплохо. Будем считать, это розовое, да? Или нет, это фиолетовое. Розовое — это зачарованный железный меч. Дальше. Камень тоже будем зачарованное считать фиолетовое. И вот это, а вот золотое, сколько, какой урон у него. Это можно посчитать даже как за розовое, за так. Ну, за розовое будем считать. И считаем. 5 стрел. Очень хорошо. Ждем. Надеюсь, меня хорошо слышно. Diamond Sword. Да, ну, было красным, потому что если мне так в КСГО везло, то я вообще был богатым уже давно человеком. 45 стрел, имел бы хорошую уже аппаратуру, снимал бы идеальное бы видео, но такого нету. Да. Поддержите, пожалуйста, если сможете меня лайком, надеюсь. Давайте наберем 10 лайков. И я снимаю следующую часть. И просто кидаю карту в описании.
Здесь мы наберем. Ну, последующий сейчас я загну. Ном. Будем считать, ну что, давайте, ребята, вы сможете набрать 10 лайков, я вас верю. Но, да что ж такое, второй раз ном уже, не видел. 10 кейсов, еще 10, куча 10 кейсов, и... Stone Sword, да, прикольно. И нам попадает, выдался Stone Sword, опять Stone Sword, да вы меня просто бесите уже. Так, ждем. Чем было? Вообще, зачарован саундтрек, кстати, забыл случайно, поэтому надо сейчас вот так. Идем, нам выпадает железный меч. Офигеть, мечтал о нем. Так. Выпадает золотой меч, еще 6 кейсов, ребят, еще 5 кейсов уже даже. Может нам выпадет опять удачи нож, может выпадет. Ну, конечно, но ничего не выпало, прикольно. Давайте, ребят, 5 кейсов еще. Крутится наша рулеточка, крутится. Но он так вы меня пишете. Секундочку. Просто трек. Неплохо ему искать, почти как наш. Давайте еще 2 кейса и все, ребята. Подсчитываем итоги. Я русский. Подводим итоги и, ребята, надеюсь. Я выпадет что-то хорошее. Буду только надеяться на это. Мне нравится Wooden Sword Star Trek. Идеально. Последний кейс, ребята. Stone Sword. Да, ребят, бред, ну полный. Вот все сюда поставим. Все вещи наши. Сейчас в итоге подытожим все. Секундочку, все быстрее. Давайте сделаем серию, сколько это видео наберет лайков. Во-первых, наверное, будет 10 лайков. Я так хочу этого увидеть. В общем, я мечтаю об этом, чтобы на моем этом видео набралось 10 лайков. Если вы, ребята, делаете это, то все. Кстати, тема спавни, да, оружие. Если вы набираете все-таки эти 10 лайков, и, ну, короче, круто это будет, да. В общем, давайте подытожим. Вот это. Можно выкинуть. Что-то я не могу даже выкидывать. Так, давайте продолжим. Ну, во-первых, нам выпал 1, 2, 3, 4 ширпотреба. Ширпотреба, да. Их нельзя ставить, да, на Майнкрафт не играл. 4 ширпотреба. Можно вообще выкидывать их, господи, как я Майнкрафт. Так туплю я, господи. Также вот еще сундуки мы не почитаем. Выпал вначале будем не сотреки. Выпал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мечей железных выпало. Выпало 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 каменных мечей выпало. Алмазных 1, 2, 3, 4. Также золотых 1, 2, 3, 4, 5, 6. После этого идет уже статтреки. 1, 2, 3, 4. 5 это железных мечей статтрек выпало, каменных 1, 1, деревянных мечей выпало 1, 2, 3, золотых 1, 2, 3, 4, 5, алмазных мечей, точнее ножа можно уже даже посчитать, 1, и стрел, в общем, вот, сами видите, что есть творится. Все эти вещи будут храниться в этом сундуке. И, в общем, на этой карте, это я сейчас удалю при вас. Все. В общем,
Ребята, если вам понравилось это видео, то ставьте большие пальцы вверх. И, в общем, да, ребята, думаю, вам понравится мой канал, всем зрителям, подписчикам, что за ответы несу. Ладно, ребята, на этом будем заканчивать. Всем пока!